Саш. Саш. Спаси нас. Ты мой хороший. Сейчас, дружочек, 5 минут мне дай. Тебя прийти. Здрасте. А что здесь происходит? Проходите, не задерживайтесь. У нас оперативное мероприятие. Да можете по-человечески объяснить. Это дом моего друга. Он недавно из Москвы приехал. Дружище, иди куда шел, а? Да, стоп. Да объясните, вы можете показать, кто это? Что с ним случилось? Помер твой друг. Такие, как он, долго не живут. Давай. Странно эти штуки. Игорь Орлов. Нет, я ему не родственник. Вы мне можете назвать хотя бы причину смерти? Понятно. Спасибо. Что случилось? Мой школьный друг Игорь Орлов умер. Авария, инфаркт? Что? Не знаю, просто умер. Полиция больше ничего не говорит. Подожди, Орлов, это который журналист, у него... Он еще писал про наркомафию, про похоронный бизнес. У него канал еще свой, да? Да, все верно. Мы с ним 2 дня назад виделись. Он в Калинов приехал по делам, сказал, нарыл что-то сенсационное. А, то есть ты думаешь, что его убили? Не знаю. Саш, ты мне можешь помочь узнать причину его смерти? Давай, сейчас. Давай так, я позвоню Грину, спрошу у него, кому в полиции обратиться. В общем, через час у отделения. Хорошо, спасибо, Саша. Я буду ждать. Дружок, пойдем в дом. Здрасте, можно? Присаживайтесь. Меня зовут Александр Мещерякова. Вас Гриневич должен был предупредить. Да-да. Это Влад Градов. Здрасте. Друг погибшего Игоря Орлова. Мы хотели бы уточнить обстоятельства его смерти. Да рассказывать-то особо нечего. Обычный передоз. Какой еще передоз? Игорь никогда не употреблял наркотики. Возмущаться не надо. Я рассказываю то, что есть в протоколе. Значит, соседка, та, что из вечно бдящих, видела открытую калитку, позвонила нам, приехали. На столе агрегат 5 кубиков, там же стекло. Что? Ну, в смысле, ампула от наркотиков. Пальчики проверили, хозяин дома. А вы весь дом осмотрели? Да мы особо там обыск не проводили. Да картина-то типичная с вашим другом. У нас в Калинове уже 10 случаев подобных было. Какая еще типичная картина? Я вам еще раз повторяю, Игорь никогда не употреблял наркотики, а больше того, он всегда боролся против этого. Выпустил кучу статей по этому поводу. Писал, боролся, а потом решил попробовать разок и подсел. Бывает. Чужая душа, сами знаете. Грин, привет. Это бред какой-то. Игорь не мог колоться. Только как им это докажешь? Саш, может, твой начальник сможет помочь, а? Да не будет Борисёк забирать дело из полиции без весомых причин, понимаешь? И что, мы так вот это все оставим? Нет, так мы это не оставим. Пойдем.
Алло, мам Зин, привет. Слушай, нам с Владом нужна твоя помощь. Выручишь? Ну, если с Владом. Излагай. Ну все, теперь ждем. Зиночкин вердикт. Без него нет смысла никакого к Борисюку идти. Спасибо. Подожди. А если полиция решила, что это обычный наркоман, они же могли не забрать его ноутбук? Ну, или там планшет, на чем он работал? Да. Может, сказал, что они не особо проводили обыск. Угу. Поехали? К Орлову в дом? Ты серьезно? Ну что, я к тебе же в дом как-то попала. Поехали. Странно. Ворота оставили открытыми. Я здесь в детстве много раз был. Мы даже сарай там построили, корабли. То в пиратов играли, то в путешественников. Даже приклеить нормально не могут. И дверь не закрыли? Или что, ключи не нашли? Или нас кто-то опередил? Саш, ноутбука нигде нет, нашел тут телефон. Тихо. Ты чего? Ты кто? Я Рита. Спасибо тебе, Антоша, что так быстро выполнил мою просьбу. Ничего себе просьба. Ты такие силы подняла, что у меня выбора не было. Только зачем, не пойму. Вопросы, Антоша, появились. Вопросы. Посмотри, Зинуль, ручки в районе локоточков. Прям как по учебнику. Синенькие в крапинку. Время смерти от 9 до 11. Часов вечера. Если такая сомневающаяся, ну, копайся тут сама. Антош, я тебе говорила, что морг — это место для творчества. А ты как был зубрилой, так и остался. Все, иди, дай мне покреативить. Вот, возьми. Спасибо. Тебе рассказывай. Зачем тебе ноутбук Игоря? Я искала доказательства, что Игорь убил Попов. Так, Рит, давай сейчас. Сначала и подробно.
Я была любимой ученицей Ольги Степановны, мамы Игоря. Часто у них бывало. Игоря знаю с детства. Все его расследования читаю, смотрю. И когда Игорь снял фильм про харассмент, я решила написать ему письмо. О чем? В больнице медсестрой работаю. Так наше заведующее отделение мне одной девчонке проходу не дает. Все уже стонут просто. Я так понимаю, это и есть тот самый Попов? Да, это он. А вы главврачу жаловались? Кто это вы? Все боятся, как рыба молчат. А я терпеть не стала, сразу ей все высказала. Так она мне только лекцию прочла про взгляд, вызывающий мини-юбки. Ну, хорошо. Но почему ты в полицию не обратилась? Сейчас же другие времена. Времена, получается, все те же. Мне в полиции сказали, вот когда изнасилуют, тогда приходите. Все как всегда. А Попов все узнал и уволил меня за 3 опоздания по 5 минут. Почему тебя другие девочки не защитили? Испугались, наверное. Знаете, как у нас старшие медсестры говорят? Мы же эту жизнь как-то прожили. Вот и вы проживете. Ну хорошо, а Игорь тебе помог? Игорь, да, очень. Он решил сделать специальный выпуск для своего канала. Многие девчонки согласились все рассказать. Правда, попросили лица не показывать, голоса изменить. А Люба с Калей прям так ему все в камеру выложили. Понятно. А Попов это все, наверное, узнал? Естественно. У нас же ничего скрыть невозможно. Приперся к Игорю домой, наехал на него. Но Игорь не испугался, взял все это, снял на скрытую камеру. Сказал, отличный финал для фильма получится. Да, мам, Зин. Степан Ильич, ну какие тебе еще нужны факты? В волосах и ногтях нет следов наркотиков. Факт? Факт. След от странной инъекции в области шеи присутствует? Присутствует. И сам он сделать его не мог? Ну, просто руки у человека так не растут. И ты знаешь, как в сексе нужен второй. Ну и аргументы у тебя ход пошли, Зинаида Григорьевна. Что? Степан Ильич, хорошо, если этих аргументов вам недостаточно, то вот вам одно убойное видео. Как там тебя, Орлов? Господин Попов собственной персоной, да еще и нетрезвый. Слушай сюда, писака недоделанный. Мотай в свою Москву, иначе работать будешь на одни лекарства. Да-да, конечно. Если бы вы знали, господин Попов, сколько раз я это слышал. В общем так, как женщину уважать научитесь, тогда и поговорим. Я тебя предупредил. Будешь продолжать, ничем хорошим для тебя это не кончится. Понял? Хорошо. Ну ладно, уговорили. Вам бы дуэтом выступать. Так, тогда я к себе. Соло. Я тоже пойду. Подожди. А Макара увидишь, позови. Хорошо. Александра, очередная тебе благодарность. Смотри, все прошло от твоего лекарства. Вообще сплю, как младенец. Красота. Степан Ильич, вы просто не умеете о себе заботиться, как и любой мужчина. Ну, согласитесь, это же было элементарно. Нет, это от того, что ты все так мне подробно рассказала. С этих пор я прекращаю микроскопом забивать гвозди. С завтрашнего дня выходит новая уборщица. Товарищ полковник, вызывали? Заходи. Тут, Макар, тебе одно дельце привалило. Неожиданно. Видишь? Все сдвинулось с мертвой точки. Борисюк сделал запрос, и дело перевели. Спасибо тебе. Ты думаешь, это Попов убил Игоря? Не знаю, пока слишком мало информации. Саша, откуда ты берешь силу? Одни твои ночные кошмары чего стоят, но ты все равно всем помогаешь. Знаешь что? Ты не должна забывать о себе, это очень важно.
На самом деле, я, помогая другим, помогаю себе. Такой эгоизм. Паркуйте, голубки. А я тут для вас интересную инфу нарыла. Готова показать? Нет. Я горячий пить не умею. Все время язык обжигаю. Давайте я вам расскажу, что удалось восстановить по соцсетям. Давай. Ты что, смогла отследить, куда они ходили и что делали? Да. Поначалу девочки твои выглядели вполне довольными жизнью. Ходили в кино, в кафе, посетили выставку модную. У них там даже в переписке совместный отдых наклевывался. То есть все было хорошо до определенного момента. А потом начался какой-то трэш. Инна стала постить стишки какие-то странные, про несправедливость и бессмысленность бытия. Ну и получала от остальных адекватные комменты, что все просто жуть-жуть. А потом? А потом голяк. Все трое пропали из соцсетей. Я пыталась дистанционно зайти в их гаджеты, но ничего не получается. Ну, логично, они наверняка разрядились времени-то, сколько прошло. Согласна. Ну, давайте попробуем их найти. Ну, хоть один. Там наверняка полно информации да будет. Да забудь об этом. Телефоны разбились вместе с девочками. Они их зачем-то в руках с собой держали, когда прыгали. А ноутбуки? Ноутбуки, наверное, у родителей, но... Об этом тоже можно забыть, потому что единственный доступный нам родитель – это отец Ники. А он меня к себе и близко не подпустит. А я считаю, надо пытаться. Другого выхода у нас просто нет. Влад, ты готов хоть тушкой, хоть чучелом попасть к Никиному отцу? Конечно, готов, я же не отказываюсь. Как только разберемся со смертью Игоря, я сразу поеду в Москву. Ничем хорошим для тебя это не кончится, понял? Хорошо. Мне после этого видео вам и доказывать ничего не нужно. Вы сами себя закопали, доктор. Да это же очевидно, что я был нетрезв, погорячился. Не валяйте дурака, капитан. Вы ж не думаете, что я действительно ему что-то сделал. Ну а как же? Как же мне по-другому думать, дорогой мой Илья Дмитриевич? Вы врач, профессионал. Вам вполне под силу шприц набрать и дурь вколоть. А сам себе орлу в шею попасть никак не мог. Да вы его видосы в соцсетях посмотрите. Там желающих ему вколоть этот шприц пруд пруди. А моя история просто жалкий лепет на лужайке. По существу есть что сказать? Алиби у меня есть. Можете спросить больницы, вам подтвердят. О, ну это ж хорошо. А мы все проверим. А пока что мы вас задерживаем до выяснения обстоятельств. Ну я вообще тоже могу поделиться своими наблюдениями. Если бы Попов пошел убивать Орлова, он бы биту бейсбольную взял, а не шприц. Он крайне не сдержан, он эмоционален. А убийца расчетливый и очень аккуратный. Он все продумал для передоза. Он даже несколько уколов Орлову сделал в руку, чтобы полиция не сомневалась, что перед ними наркоман со стажем. Ну да, Никита пишет, что на месте преступления ни одного отпечатка. Самое интересное, что если это Попов, тогда почему он не стер компромат на самого себя с орловского компьютера? Вот почему, Макар? Почему? Может, он в компьютерах не шарит? Угу. Нет. Потому что это на самом деле точно не Попов. А настоящий убийца оставил этот материал на орловском компьютере, чтобы пустить нас по ложному следу. Макар, ты успеваешь переваривать, когда она своими идеями раскидывается? Зак! Ты можешь отследить удаленные файлы? Саш, вот почему с тобой всегда так скучно?
Откуда ты все время все знаешь? Не получилось, да? Тут явно не Ламер покопался. Файлы удалил с двойным форматированием. Я ничего восстановить не смогла, кроме даты удаления. 2 дня назад. В день убийства. Надеюсь, всем теперь очевидно, что Попов просто мальчик для битья. Ложный след. Саша, это пока только твои догадки. Мне конкретика нужна, факты. Все, я поехал. За докторским алиби. Петя, ты вообще в курсе, что сейчас разгар рабочего дня, а я не в салоне навожу красоту? Ничего, Зина, иногда, знаешь ли, полезно прогуляться, вылезти из-под своих синих ламп. Никакого витамина D. А, с моим вампирским прошлым и настоящим я синие лампы переношу лучше, чем солнечный свет. Что-нибудь случилось? Ты в порядке? Я в порядке, Зина. Я, знаешь ли, в полном порядке. А вот твоя Александра меня беспокоит. Она, кажется, не готова продолжать лечение. Петя, так... Сейчас у нее отличная терапия новой работы. Представляешь, Борисюк собирается взять ее в штат. Да, консультантом. Все постепенно налаживается. Меня она тоже восхитила своими способностями во время гипноза с Дианой Воробьевой. Давненько я не видел такого отношения к делу. Кстати, чем она раньше в Москве занималась? Она профайлер. Очень талантливый. Ты представляешь, как в комитете расстроились, что она ушла от них из-за своих этих проблем. Ну вот видишь, Зина. Ты признаешь, что ее проблемы никуда не делись. Я очень тебя прошу, подтолкни ее опять к сеансу. Ради меня. В конце концов, ради нас. Ради бога, я прошу тебя, ну не смешивай ты нас и психотерапию. Ой, извини. Да, Степан Ильич. Конечно. Буду минут через 15. Все, извини, Борисюк вызывает. Все, пока. Степан Ильич? Проходи, садись. Че, я тебя пригласил-то? Да. Алиби врача в больнице подтвердилось. Александра как волшебную воду глядела. Попов не убивал. Но мне, как отцу двух дочерей, ну уж очень хочется его наказать. Степан Ильич, ну ты же знаешь, 133-я статья у нас не работает. Да знаю. Но хвост гаду прижму. Скажи мне, а ты с Марьей Михайловной до сих пор Вась-Вась? Я-то да. Но ты-то от главврача, небось, увольнение Попова захочешь? А он у нее, между прочим, ведущий врач. Зин, ты мне давай встречу организуй, а я уж найду, что сказать. Знаешь, я, пожалуй, с тобой пойду. А я всегда говорила, что самая вредная еда – это чай. Печеньки, смотрю, пирожные. Ладно, худеть будем завтра. Садись уже. Здрасте. Здрасте. Может, закажете что-нибудь, что вы любите? Ну, я догадываюсь, что мы с вами здесь не пирожные дегустировать собрались, а врача моего обсудить, да, Степан Ильич? Небольшое уточнение. Не врача, а мужчину и гражданина. Надеюсь, законопослушного. Ну, значит так. Если бы наши девушки вели бы себя поскромнее, одевались бы поприличнее, никому бы и в голову не пришло щипать их за зад. Я так понимаю... Вы не собираетесь урезонить вашего Казанову? Так, Степан Ильич, Степан Ильич, мы общий подход собирались выработать. Поэтому давайте не будем ссориться, а подумаем, как нам продуктивно повлиять на Попова. Да, Марусь? Вы понимаете, что это лучший мой врач? У меня же ни одного нарекания, одни только благодарности от больных. Ах, вот как. А мы посмотрим, как эти больные, ваши нынешние и потенциальные, отреагируют на интересное кино, снятое московским журналистом. Готовенькое лежит у нашего айтишника. Вы знаете, это просто никакие воробушки. Марусь, что ты так завелась-то? Ты сама помнишь, как от главврача в молодости бегала, рыдала каждый день? А помнишь, как у меня в морге пряталась на ординатуре своей? Помнишь? Ну что? Ну, побегала и перестала.
Сама уже 10 лет на этой должности главврачом пошу. Короче, ваши варианты. Кого восстанавливать будем? Риту Гончарову. И не просто восстанавливаем, а приносим извинения. А Попов? А Попова я беру на себя. Разберусь. Не просто разберетесь. А нужно влепить выговор с занесением и напомнить о 133 статье Уголовного кодекса, которая предусматривает до года лишения свободы. Допустим. А вы уничтожаете все записи. Так, Марусь, ну, торговаться тебе не к лицу. Записи остаются у меня в качестве вещественного доказательства. И дамоклого меча. До свидания. До свидания, Марусь, до свидания. Я домой. Всем пока. Пока, Никит. Пока. Пока. Ну что, Кассандра Александровна, домой собралась? Вот у них так работа, конечно, да? Проконсультировали и домой свалили. А мне с утра пораньше. Давай езди, соседей допрашивай, в камеры пялься. Кто на что учился, Макар? Прости. Алло? Рыбка моя. А я как раз про тебя подумал. Вот прям астральная связь какая-то. Все. Не торопишься никуда? Потом пройдемся. Зара, расскажи мне про Никиту. Он один с Максом живет? Да. Максу было 5 лет, когда его мама умерла. Грустная история. Ну да. Но Никита, он большой молодец. Он один с Максом справляется, ни бабушек, вообще никого. Очень много с ним занимается. Таких отцов еще поискать надо. Ай, да. И вообще он классный. Столько у него достоинств. Это ты к чему сейчас? Ты меня как профайлер отсканировала и определила, что он меня интересует? Нет. Это я его как профайлер отсканировала и определила, что его интересуешь ты. Неужели ты этого сама не видишь? Я вижу. Вижу, что тебе пора гардероб сменить. А то у меня кровь из глаз глядя на тебя. А что не так с моим гардеробом? Даже не начинай. Выходные шопинг. Нет, я ненавижу слова, которые заканчиваются на инг. Саша! Саш! Привет. Привет. Привет, Зара. Привет. Ты звук на телефоне будешь включать? Я еле тебя нашел. Прости, я все время на работе выключаю, как в театре, а потом забываю включить. Ладно, не буду вам мешать. Пока. Пока. Счастливо. Ну как ты? Как прошел твой день? Нормально, если не считать того, что у нас почти не осталось версий. Мне кажется, что Орлов имел в виду не Попова, когда говорил о сенсации. Да, согласен. Приставание за выделение к медсестрам – это гадко, но не сенсационно. Может быть, ты все-таки вспомнишь что-то еще? Ну, я не знаю, любая мелочь. Да нет, вроде больше ничего. Давай так попробуем. Какое было время дня? Что было на тебе надето? Может быть, какой-то запах, звук, что угодно. Хорошо. На мне было пальто, было утро. Было сыро. Пахло кофе. Старик, это бомба. Тебе, как врачу, будет интересно, я думаю. Саша, я, кажется, вспомнил. Его расследование касалось медицины. Привет! Здравствуйте, Александра. Хотела вас поблагодарить, меня на работе восстановили. Я тебя поздравляю. Очень рада за тебя. Попов передо мной и перед всеми девочками лично извинился, а Мария Михайловна сказала, что будет все контролировать, и чтобы мы к ней обращались, если кто-то приставать начнет. Ну, видишь, как хорошо. Нашлась управа на твоего обидчика. Я вот что пришла-то. Хотела вас с Владом к нам с сестрой на обед позвать. Игоря помянем. Мы обязательно придем. У тебя же есть мой телефон? Кинь адрес тогда.
Хорошо. До встречи. До встречи. Валентина Георгиевна, ну а что за девушка заходила к нему 2 дня назад? А, это медсестра из нашей районной больницы. Рита. Ну, точно не скажу, но я ее частенько у него видала. Ну, сами понимаете. Да-да, дело молодое. А когда она в тот день от него ушла? 6 она точно была. А потом я сериал по ТВЦ пошла смотреть. Хорошо, Валентина Георгиевна, спасибо вам большое. Угу. Вот мой вот телефон. Тут. Если да. будет какая-то информация, да, хорошо. Звоните. Все, до спасибо. Свидания. Здравствуйте. Аня, познакомься. Это Александра, Влад. Очень приятно. Проходите, пожалуйста. Взаимно. Спасибо. Даже не знаю, что бы мы делали без вашей помощи. Раздевайтесь, пожалуйста. Спасибо вам большое. Да, нам-то за что? Помогло скорее расследование Игоря. Ну да. Хорошего человека не стало. Проходите к столу, помянем. Пожалуйста. Рит, тарелки. Угу. Присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. Виталик! Виталь! Виталь, садись с нами. Не надо, я есть не буду. Хорошо. Хорошо, ты только не волнуйся, я тебе тогда в комнату принесу, потом поешь. Угу. Да, у нас особенный мальчик. 2 года назад поставили гипофреническую форму шизофрении. Ну, я вижу, что он сейчас не в острой стадии. А как вы справляетесь, когда бред и галлюцинации? У нас прекрасный доктор, Петр Львович. Да. Поэтому он подобрал нам лечение для стабильного состояния. Витальшка у него все время на контроле. В общем, спасает мне сына. Доктора Филиппова я хорошо знаю. Извините. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Гражданка Маргарита Киселева здесь проживает? А что случилось? Вы кто? Следственный комитет. Капитан Гриневич, я бы хотел задать ей несколько вопросов. Ну, хорошо. Проходите. Никит, а где твой Макс? Он же собирался зайти ко мне с какими-то вопросами. Да сейчас прибежит. У него только уроки закончились. Да? Через 15 минут буду. Кто это? Что случилось? Из школы звонили. У Макса какие-то проблемы. Я с тобой. Да, я была у Игоря 2 дня назад. Мы часто общались. Я помогала ему по хозяйству. А во сколько вы от него ушли? В начале 7-го. А точнее? Ну, никак не позже, чем 7:15, потому что мне надо быть в 7:30 дома, отпустить сестру на работу. Я не понял, почему сестра никак не может уйти на работу без вас? У племянника психическое заболевание. Мы не можем оставлять его дома одного. Значит, племянник может подтвердить, что вы весь вечер, всю ночь были дома, правильно? Макар, ты можешь объяснить, а что происходит? Сама знаешь, отрабатываю все версии. Рит, а ты говорила, что часто виделась с Игорем в последнее время. Может быть, он рассказывал про какое-нибудь еще расследование? Мы много о чем разговаривали, но об этом он ничего не говорил. Когда Игорь был у нас последний раз, мы говорили про отношение людей к особенным детям. Его эта тема очень интересовала. Он даже у меня взял телефон Петра Львовича. Анна, Маргарита,
Пока идет расследование, просьба из города не уезжать. Вас повесткой могут вызвать для дачи показаний. Да вы поймите, мы элитная школа. У нас драки – нонсенс. Максим не просто подрался. Он избил своего одноклассника чуть ли не до крови. Макс? Это касается только меня. А ты знаешь, что его родители требуют твоего немедленного исключения? Сынок, может, ты объяснишь, что случилось? Это мое личное дело. Никита Олегович, ну, в таком случае я предлагаю вам подумать о переводе Максима в обычную школу. Добровольно. Макс, подожди нас в коридоре, плиз. Ну, во-первых, мальчика из школы забирать никто не будет. Во-вторых, трения между подростками случаются. И вам, как педагогу, должно быть известно, что такие проблемы они должны научиться решать самостоятельно. А вот драку не должны были допустить вы и ваши сотрудники. Я, как директор школы, не могу не учитывать мнение других родителей. Виктор Анатольевич, самое ценное, что есть у вас в вашей школе, это не деньги богатых родителей, не связи чиновников и бизнесменов, а господин Казаков. Зар, мне это не нужно. Случись настоящая беда, как это недавно произошло с вашим учителем физики. Защищать вас будет кто? Следственный комитет, представителем которого является Никита Олегович. Я понятно объясняю? Виктор Анатольевич, ну, поймите, пожалуйста, правильно. Макс не такой человек, он просто так никого не ударит. Ну что, вон, Света, глаз болит? Да, уже вроде не очень. Так, давай, дуй в аптеку, купи бодягу. Помогает от синяков. Проверено. Давай. Никит, ты, главное, не дави на него. Он со временем сам все расскажет. Его и так со всех сторон прессуют. А школа, я смотрю, у вас ого-го какая. На какие шиши обучаешь младенца? Зара, я тебе очень благодарен. Ну, давай не сейчас. Ладно. Вы бы с Максом домой ехали. Ему надо в себя прийти. Я на работу. Надо кое-что закончить. Да-да. Александр, не верю своим глазам. Безмерно рад, что вы решили вернуться к терапии. Петр Львович, я снова к вам не на терапию. Ну, что еще? Я пришла уточнить про вашу встречу с Игорем Орловым. Что-то знакомое. Журналист из Москвы. Ага, да-да-да-да-да. Что-то припоминаю, да, приезжал такой, все интересовался связью между психическими заболеваниями и употреблением наркотиков. А поподробнее вы не помните, о чем он спрашивал? Ох, Александра, ну, честно говоря, не припомню. Ну, какие-то общие разговоры, обсуждали отношение общества к душевно больным людям. Кстати говоря, даже обещал помочь с ремонтом в психоневрологическом отделении, а потом куда-то
неожиданно пропал. Впрочем, так частенько бывает. Подождите, а вы не знаете, что ли, ничего? Нет, а что такое? Игоря Орлова убили 2 дня назад. О, Господи. А за что? Как раз именно это мы и пытаемся выяснить. А вы не помните примерно, когда вы встречались? Сейчас, одну секунду. Десятого. Хорошо. Спасибо вам большое. Если вдруг вы вспомните что-нибудь более подробное о вашем разговоре, позвоните мне, пожалуйста. Александра, Саша, мне очень жаль, что наши сеансы прекратились. Признаюсь, я недооценил вас как профессионала. Поэтому предлагаю начать все с чистого листа. Обязательно. Но только мне сначала надо с этим убийством разобраться, хорошо? Понимаю, служба. Спасибо. Зар? Зар! А! Ну что там с контактами Орлова? О, пришлось повозиться. Ну? Я вытащила его звонки за последние дни. Что-то я не поняла. А куда делся звонок Филиппову? Слушай, я не знаю, у него в последнее время вообще звонков гораздо меньше стало. Добрый вечер. Следственный комитет вас беспокоит. Мы отправляли вам вчера запрос с постановлением. Да, Орлов. Поторопитесь, пожалуйста. Нам очень нужны его звонки, как входящие, так и исходящие. За последние 2 недели. Угу. Благодарю. Кроличья нора все глубже.
Интересное кино. И в кои-то веки без опозданий. Ну что, тогда с тебя, Зара, и начнем. После поступления данных от оператора удалось установить, что убийца не только стер файлы с компьютера Орлова, но и почистил смс и звонки в его телефоне. Да, я когда встречалась с Филипповым, он мне сказал, что у них был разговор с Орловым, а в списке звонков его нет. Зара, а какие точно разговоры стер убийца? Кроме Филиппова, были удалены звонки в городской отдел полиции, наркологические и психоневрологические диспансеры. Так, что же он там искал? Макар, нужно выяснить. И до обеда, чтобы все мне на стол. Девушка, я, конечно, понимаю, с вашей красотой не всех мужчин запомнишь. Но вдруг... Кажется, он интересовался списком умерших мужчин за последние 3 месяца, которые стояли у нас на учете. Список-то дали ему? Ну, конечно, дала. Это же Орлов. Я его всегда в интернете смотрю. А что тут такого? Ну, подумаешь, список умерших от передоза. То есть ничего секретного в этом списке нет? Нет, там, конечно, ничего такого, что стоит скрывать, но я подумал, а с чего я должен его давать? И не дал. Из самой Москвы, прикинь, позвонили, жестко так порекомендовали прислушаться к просьбе известного московского журналиста. Семёныч, а мне-то списочек скинешь? Да не вопрос. На почту? Нарыли что? Ну, если нам слишком. Зара! Привет. Привет. Ну что, как прошел допрос малолетнего? Да понимаешь, все оказалось не так просто. До сих пор не рассказал? Он меня защищал. От кого? От одноклассников. Оказывается, его в школе давно гнобят, называют нищебродом. А вчера один сказал, что его мама не умерла, а бросила. И не захотела жить с грузчиком. Слушай, ну, за такое, конечно, сама бы по морде дала. Только я не пойму, при чем здесь грузчик? Да потому что грузчик — это я. В смысле? Зар, ну что тут непонятного? Я подрабатываю по ночам в магазине. Ты думаешь, Макса просто так взяли в эту школу? А с нашей зарплаты, ну, сама знаешь. А что там, какое-то сильное IT-направление или крутая информатика? Да нет, с тобой ему заниматься 100 раз интереснее. Никит... Прости, может быть, я лезу не в свое дело, но есть ли смысл горбаться на такую школу? Может быть, ему лучше в обычную, а по информатике я его потяну? Я для Макса всегда хотел самого лучшего. Эта школа самая крутая. А Максу это надо? Но он же тебя совсем не видит. Сам ты хоть иногда ночами спишь? Сплю. Иногда. А то, что не видит, я даже об этом не думаю. А ты подумай. А заниматься я с ним буду по-любому. Грин списки прислал. Пойдем покопаемся. Короче, журналисты интересовали все умершие от передоза. Большинство из них стояли на учете в полиции и в наркодиспансере. Исключение 4 фамилии, которых нет в первых 2 списках. Но они стоят на учете в психдиспансере. Ну и что, может, они вообще не наркоманы со стажем, так, скажем, люди не совсем здоровые. По первому разу вмазались, а доз перепутали. И умерли таким же образом, что и Орлов. Прости, Макар, я что-то не очень верю в такие совпадения. Степан Ильич, мы готовы на эксгумацию? Я так и знал. А без этого никак. Нет, есть вариант. Очень странно все это слышать. 2 из тех, что вы мне назвали, чисто физически не смогли попасть в вену из-за тремора, сопутствующих заболеванию. Ну, хорошо. А остальные? Они могли стать наркоманами? Нет. Точно могу сказать. Они наркотики не принимали. Учитывая то, что я с ним постоянно общался в последнее время, это бы стало заметно. А почему вы с ними общались? Это вот требовали особенности их заболеваний? Тут не в особенностях дело. В тот момент их жизненные обстоятельства были похожи. Они лишились опекунов, и мы готовили документы для перевода их в специнтернат. Они
были социально опасны или агрессивны? Да нет, что вы. Просто они были не способны себя обслуживать. Да и на окружающих такие пациенты производят, ну, довольно-таки тяжелые впечатления. Привет. Привет. Все хорошо? Саш, в общем, я хочу тебя сегодня пригласить в ресторан на ужин. В ресторан? Это хорошо, это я согласна. Только ты можешь мне сначала немножко помочь? С удовольствием. Что я должен сделать? Я об тебя сейчас буду думать, а ты, если я не права, будешь возражать. Хорошо, а если возражать будет нечем? Тогда, значит, я права. Угу. Итак, смотри. Угу. Умирают люди? Да. Умирают они от передоза. Но мы выясняем, что они не наркоманы. Их объединяет диагноз. Один и тот же диагноз? Нет, диагноз разный, но всегда психиатрический. Ты заметил, что у наших сограждан люди с особенностями вызывают неприятие и, я бы даже сказал, страх? Да, конечно, заметил. Кстати, я тут недавно наблюдал одну картину. Детская площадка возле моего дома. Иду мимо, смотрю, мамаши почему подорвались, начинают забирать своих детей. А знаете почему? Потому что бабушка тут обрела своего внука синдром Дауна. Это может быть ответ. Объясни. Чтобы возразить, мне нужно понимать. Все, потом объясню. Мне надо возвращаться. Саш, я зайду за тобой в 8. Да. Ну, я понял, полицейские протоколы. Все 4 как под копирку. Полицейские вообще не парились. Тем более, что родственников не было ни одной из жертв. Формально отписались все дела. Простите, что врываюсь. Мне кажется, я все поняла. В общем, я боюсь, что мы имеем дело с маньяком, который убивает душевно больных людей. Ну, этого нам еще не хватает. По всей видимости, это мститель. И, скорее всего, он сам не очень здоров. Поясни, не врубаюсь. Ну, про Джека-потрошителя никому не надо рассказывать. Вот наш мститель-чистильщик убивает не проституток, а людей с психическими заболеваниями. Они для него грязь, от которой нужно мир избавить. А если кто-то из его близких пострадал от рук душевнобольного? Может быть и так. Я пока не знаю, Степан Ильич. А ведь это мысль. Зара, срочно подними мне дело об убийстве Нины Завецкой. Мы его 2 года назад закрыли. Там еще видео было. Давай, давай, давай. Что за пожар? 5 сек. Нашумевшее дело было. Помнишь, Макар? Да, да, еще весь город на ушах стоял. Угу. Готово. С вами Калина ТВ. Панков, душевно больной пациент, который сбежал от психиатрической клиники, напал на 3 девушек, одну из них убил. Отец девушки чуть с ума не сошел, когда узнал, что Панкова опять невменяемым признали, и больничку поделили, и в тюрьму посадили. Я тебя достану! Ты мне ответишь! Зарецкий, это же ветеринар. Мы к нему свою собаку несколько раз возили. Хороший, кстати, доктор был. Жалел животных, обезболивающий всегда колол. Ага. То есть рука на инъекции набита. Мог и вену попасть, правильно? Подожди, а с Панковым что потом стало? А, провели экспертизу, признали невменяемым, ну и заперли его в психушке под усиленной охраной. Ага. А Зарецкого, получается, не стали задерживать, да? Не стали. Я вообще не представляю, как с этим можно жить. Подождите. А может, этот Зарецкий и есть наш мститель, а? Ну, тогда не очень понятно, почему он 2 года ждал, почему не начал сразу мстить. Макар, все-таки найди этого Зарецкого, приведи сюда. Нужно с товарищем поговорить. Мужчина, вы что-то хотели? Здрасте. Здрасте. Простите, а как вас зовут? Раиса Семеновна меня зовут. Очень приятно. Капитан Гриневич, Следственный комитет. Раиса Семеновна, мне бы с Геннадием Зарецким поговорить. Он здесь живет? Да. Только что-то я не видела его давно. Вы знаете, у него жена 3 месяца тому назад умерла. Может, уехал куда? Ну, наконец-то.
из главка уже звонили. Шум поднялся по поводу убийства журналиста. Ну, что у тебя? В общем, все сходится у меня с этим Зарецким. У него, оказывается, 3 месяца назад жена умерла. Вот с того момента, мне кажется, он и начал. Соседка говорит, он давно дома не появлялся. Может, на дно залег? На дно. Где оно, это дно? По геолокации проверить не можем. Почему? Телефон его давно в сети не появлялся. А номер мог сменить? Мог, если только на кого-то другого зарегистрировал. А на его фамилию я все прочекала. Степан Ильич, а можно мне как-то к Зарецкому домой попасть? Опять свои шаманские штучки включишь? Ну, если вы так называете детальный осмотр, то да. А если Генка умер и лежит там? У него же нет больше никого. Россия, вы, главное, не волнуйтесь. Раньше времени панику не наводите. Хорошо, хорошо. Готово. Слава единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, всякий. Раиса Семеновна? Да? Скажите, пожалуйста, а у Зарецких бывал священник? А как же? Отец Алексей все время к ним приходил, пока Полина болела. Причащал ее несколько раз, соборовал. И в день смерти долго у них пробыл. Вот, телефон нашел, разряженный. Бесполезняк. Ребят, я, кажется, знаю, где нашего Зарецкого искать. Так, с чем пришли? Не хочу вас расстраивать, Степан Ильич, но боюсь, что Зарецкий не наш подозреваемый. С чего такие выводы? Судя по атмосфере в доме и словам соседки, нам надо к отцу Алексею обратиться, к местному настоятелю. Он нам точно скажет, где искать Зарецкого. Подумаешь, иконы у него. Я тебе у местных авторитетов такие иконостасы покажу, закачаешься. Макар, знаешь, мне один батюшка однажды объяснил, как захожан от прихожан истинных можно отличить. Атмосфера в доме не та, Степан Ильич. Я вам точно совершенно говорю, Зарецкий пришел к вере искренно, не для того, чтобы обычаи соблюсти. Макар. Ну, давай по существу. У тебя есть другие версии? В розыск пока объявлять не будем. Ладно, завтра к отцу Алексею с утра заеду. Посмотрим, как он завтра запоет. Что психология — наука неточная. Сандра, вот ты где. Ну все, теперь ты от меня не отвертишься. Не поняла? Так, что это за карта? Это маршрут нашего с тобой лайт-шоппинга. Ой, не-не-не, Зарочка, милая, я сегодня вообще никак не могу. У меня ужин с Владом в ресторане. Это ты вот в этом пойдешь? Ты серьезно? Слушай, ну я же в ресторан иду, а не на прием к английской королеве. Так. Не хочешь по-хорошему? Будем из тебя красотку делать прямо на производстве. Что, прямо здесь? У каждой настоящей девушки все должно быть с собой. Я прям Элиза Дулиттл. Кто?
Ну, Пигмалион. Бернард Шоу. Это не бренд одежды? Привет. Привет. Выглядишь отлично. Спасибо. Ты позволишь тебя сопроводить до ресторана, Ваше Величество? Скажи, а это мой новый образ тебя так сразил, что ты ни разу меня не спросил о расследовании? Но не без этого. А вообще, я считаю, что ты вправе отдохнуть и расслабиться, не говоря о работе. Ну, только если сама не захочешь поговорить об этом, ну, или рассказать. Захочу, конечно. В общем, я думаю, что Игорь раскусил убийцу. А тот каким-то образом об этом узнал. Влад? Не могу поверить. Вика. Ничего себе, привет. Кратов Калинов. Мы стали центром мировой нейрохирургии. Да ну перестань. А, познакомься. Это Александра. Здравствуйте. Саша, а это Анжелика Веселова, моя однокурсница. Может быть, отужинаете с нами? Спасибо, но я вот просто звезду нейрохирургии увидела. А так мне нужно бежать. Лика, скажи мне, я-то уроженец этого города, а ты-то что здесь делаешь? Будешь смеяться? Я уже 2 года в местной больнице заведую хирургическим отделением. Да ты что? Владислав Сергеевич, у меня к тебе шкурная просьба. Слушаю внимательно. Ты понимаешь, нам завтра сложнейшая операция предстоит. У женщины опухоли спинного и головного мозга. Поприсутствуешь на операции, как куратор. Доктор у нас прекрасный. И опыт, и квалификация. Но тут нужна звезда. А звезда у нас ты. С удовольствием вам помогу. Пришлешь мне всю информацию на почту? Спасибо. Ладно, рад был тебя видеть. Взаимно. Хорошего вечера. До свидания. До свидания. Так ты, оказывается, звезда. Это странно об этом узнавать от других людей. Саш, перестань, ну мы же не в Голливуде, и я не поп-звезда. Просто хороший доктор. Пишу книги про методы в нейрохирургии. А некоторые научные издания их публикуют. Некоторые даже международные. Вот как. Даже не знаю, как теперь с вами разговаривать. Можно на вы. Большая честь отужинать с вами, Ваше Величество. Саш, ну перестань. Так, нет, я, прости, перехожу на воду. Саша! Ну, доброе утро. Привет. Привет, Шурок. Ты как здесь оказался? Скажи, я бы стал такого человека, как ты, беспокоить по пустякам. У меня очень серьезный разговор. Ну, заходи, если серьезный. Спасибо. Мне кажется, ты уже догадалась, зачем я здесь. У меня к тебе предложение, пожалуй, самое важное в жизни любой женщины. Стать девушкой агента 007? Смешно. Хочешь по классике? Ладно. Выходи за меня. Ну, скажи «да». Шурок, тебя ждет прекрасная квартира в Москве и самая лучшая в мире работа в моем проекте, под который в институте уже выделили целое международное направление. Но пока без подробностей, там все засекречено. Шурок,
Я хочу тебе самого лучшего. И я уже спланировал, как тебе дальше расти. И я чувствую, что я должен немедленно выполнить важную миссию. Спасти тебя от этой гибельной пропасти профессиональной деградации и морального падения. Что ты сейчас сказал? Профессиональной деградации и морального... Не-не-не, это до этого что ты сказал? Что я... А, что я должен немедленно выполнить очень важную миссию. Конечно. Выполнить миссию. Ты гений, Сережечка. Извини, мне надо бежать. Батюшка, как часто вы у Зарецких бывали? Почти сразу, как Полина заболела, я стал их навещать. Сначала просто поддержать, а потом и приходил, соборовал ее, исповедовал, причащал. Потом мы и с Геннадием стали разговаривать. Только вот тогда что-то тяготило его. То, о чем он и говорить-то не хотел поначалу. Ну, говорил, что это ему в наказание за грехи его. А за какие грехи-то? Ну, этого сына я сказать не могу. Тайна исповеди. Только вскоре он Бога принял, крестился. Все как положено. Воцерковился человек, стал в храм ходить. Мечтал со временем даже в монастырь уйти. Вот супругу похоронил и отправился. А далеко этот монастырь-то? Далеко. Кирилл Белозерский. Километров 300 от Тихвина. Шурок! Ты что-то забыл? Да. Вот, хотел тебя порадовать. Новый будильник взамен маминого. Спасибо. Ты прости меня, Сереж, правда. И не обижайся, пожалуйста, ладно? Ладно. Будешь меня вспоминать. Я там много музыки классной накачал вместо звонков. Можно целый день слушать. Спасибо. Как плейлист? Стану благодаря тебе меломанкой. Ну что, я тогда откланиваюсь. А, чуть не забыл. Этот твой знакомый-то новый, Градов, да? Да. Ну, с которым ты меня знакомила. Оказывается, очень известный хирург. Вот женат, правда. Долго, счастливо. Ну, я надеюсь, он тебя познакомил уже со своей половинкой. Конечно. Сереж, ты правда прости, мне пора скатертью дорожка. Ну, в смысле, хорошо тебе до Москвы добраться. Что, дружочек? Ничего-то я в мужиках не понимаю. Привет. Ух ты, костюмчик огонь. Спасибо. А у меня для тебя кое-что есть. Ну-ка. Тогда же лучше. Спасибо. А что с лицом? Не нравится? Нет, очень нравится. Не в этом дело. Не обращай на меня. Ладно, потом расскажешь. Зар, ты можешь мне, пожалуйста, список звонков Орлова за последнюю неделю найти? Сейчас сделаем. Спасибо. Рубашку твою завтра принесу, сегодня только постирала. Угу. Привет. Ну, привет. Александра. Это у нас, оказывается, не только умница, но и красавица. Спасибо. Ну что, могу поздравить с очередной победой. Зарецкий. Монастырь подался, аж где-то на севере. Нужно запрос подать. С отцом Алексеем поговорил? Ага. Не надо тебе никакой запрос подавать.
Почему? Я подозреваемый номер один. Я по протоколу обязан. Макар никакой не подозреваемый. Я с самого начала ошибалась. Я вам сказала, что убийца-мститель. Все на самом деле наоборот. Да. Здрасте. Прекрасно выглядишь. Проходи. Спасибо. Я с повинной. Примите. Хорошее начало. Что, точная наука подвела? Не наука. Двойные смыслы. Неправильно факты истолковала изначально. В общем, я готова вам предъявить 100% доказательства, но без вашей помощи мне никак не обойтись. Да-да. Коллега, я рад, что вы все-таки решились. Каюсь, Петр Львович. Поняла, что без вашей помощи мне уже не амбулаторное, а стационарное лечение понадобится. Ну, возможен такой вариант. Вы, пожалуйста, не нервничайте. Я все равно буду рядом с вами, поверьте. Могу рассчитывать на отдельную палату? Ну, голубушка, у нас здесь все-таки не Москва. Я слышала, что по вашему направлению дефицита нет. Врут? На бумаге дефицита нет. Все же гарантируется федеральным бюджетом. Но есть нюанс. Ну да. Гарантии федеральные, а бюджет региональный, да? Неужели вы не понимаете, что губернаторы готовы платить деньги на больницу или поликлинику, в которой лечатся производители ВВП? Полечится, так, знаете ли, хорошенечко так лечится. А потом возвращаются назад, чтобы продолжать поднимать экономику. Речь, конечно, про психоневрологические интернаты. Естественно. Я не знаю, как объяснить чиновникам, да и всему обществу, что там тоже люди. Больные, но все-таки люди. Их надо спасать. Им надо помогать, и этим нельзя пренебречь. То есть, не имея возможности обеспечить вашим пациентам нормальный уровень жизни и лечения, вы решили, что ПНИ – это зло. А по-вашему не зло? А по-вашему, голубушка, не зло? Да вы посмотрите на наш персонал. К нам идут те, которых вообще уже никуда не берут с полным отсутствием эмпатии. И что же делать? Выход какой-то же должен быть. Должен. Но я его не вижу. Если бы вы знали, что произошло в соседней области из-за отсутствия ремонта в интернате, загорелась проводка. А на окнах решетки. Я видел своими глазами, как заживо сгорели люди. И вот тут с вами случился перелом. Почему вы не сказали, что встречались с Орловым еще раз? Запамятовал. В суете. Запись вашего разговора с Орловым. Того, где вы обсуждаете странные смерти душевнобольных людей, которые начались как раз после этого пожара.
Да, действительно. Что-то припоминаю. Поняв, что Орлов подобрался к вам слишком близко, вы назначили ему еще одну встречу. У него дома. Игорь, я долго думал над вашими доводами. Пожалуй, вы правы. Убийцу нужно искать в моей больнице. Хорошо. Чай будете? Благодарю. Не откажусь. Вы здесь один живете? Теперь да. Это дом моей покойной мамы. Какие замечательные книжки. В наши дни, знаете ли, молодежь библиотеки не собирает. И все-то вы продумали, Петр Львович. И звонки с телефона стерли, и компьютер почистили. Даже несколько уколов ему в вены сделали, чтобы полиция не сомневалась, что перед ними настоящий заядлый наркоман. Про такую маленькую штучку не подумали. Зато Орлов подумал. И как настоящий журналист продублировал весь материал на флешку. Надо было по-другому избавляться от Орлова, а не повторяться с уколами, который делал своим бедным мальчишкам. Да кто вообще вам давал право избавляться от кого-то? Вы кто? Любое убийство, Петр Львович, это все равно убийство. Даже если вы его совершаете из сострадания. Вы же не спрашивали у ваших пациентов, хотят ли они умирать? А вы хорошо себя чувствуете, Александр? Почему вы спрашиваете? Мне кажется, ваша болезнь все больше и больше прогрессирует. Вы посмотрите на себя. Вы же теряете контроль, неадекватное общение с окружающими. Неожиданно появившаяся агрессия. Голубушка, а может, вы были правы в начале нашего разговора? Вам действительно стоит некоторое время провести в нашем стационаре? А? Сами-то как думаете? Санитары! Санитары! Нападение на врача, мне нужна помощь! Санитары! Наша тюремная больница – отличная медсанчасть. Уводите. Ну что? Флешку ту, в рамочку и на стенку. А тебе Оскар за блеф. Саш, ты в порядке? Нормально. Это я во всем виновата. Почему я этого не почувствовала? Мам, Зин, ну все, ну хватит. Петр Львович тяжело болен. Да и, откровенно говоря, нормального человека, который в системе пытается бороться с кошмарами ПНИ, не может не поехать крыша. Но журналиста-то он убил. Не из сострадания, а потому что испугался за свою безопасность. Это уже свойство психики. Человек, который один раз переступает через черту, перестает воспринимать убийство как заведомо невозможный поступок. Саша,
Он же меня и о тебе расспрашивал. А я все еще удивлялась, что меня вытянул среди дня, якобы на свидание. Он же боялся, что ты его разоблачишь и хотел держать руку на пульсе. Саша, ты же могла пострадать. Не пострадала. Все уже прошло. Давай-ка мы с тобой лучше поедем ко мне, венца попьем. Не надо тебе сегодня одной оставаться. Нет, я не готова к общению. А Влад твой что? Влад мой. Да все хорошо у Влада. Жена у него в Москве. Счастливый брак. Так что красивая история закончилась, не успев толком начаться. Но после всех этих событий это кажется такой ерундой. Филиппова отправили в Москву, в Сербского, на экспертизу. Так я не понял, лучше еще могут не посадить, что ли? Но это еще неизвестно, что хуже. Колония или спецбольница. Всем добрый вечер. Степан Ильич, здравствуйте. Спасибо. Мне уже в больнице все рассказали. В Калинове новости разносятся со скоростью звука. Что-то ты осунулся? Не выспался? Да нет, у меня просто сложная операция сегодня была. Две опухоли женщине удалили вместо 5 запланированных часов, а оперировали 10. Ну что, молодежь, по домам? Так и быть, завтра летучка на час позже. Всем пока. Всего доброго. О, так это событие как-то отметить нужно. О нет, я пас. Макс обещал пораньше освободиться. Всем пока. Пока, Ники. Пока. Влад, что с ноутбуком Ники? Будем его доставать? Ты когда в Москву выдвигаешься? Я планировал завтра в 5 утра выехать пораньше, чтобы в пробки не попасть. Ну вот и замечательно. Тебе рано вставать, пора прощаться. Пока. Ну ладно, не буду вам мешать. Доброй ночи. Доброй. Вот так, девчонки. Неожиданно втроем остались. Что будем делать? Извиняюсь. Алло? Рыбка моя. А я как раз тут около твоего дома проезжаю. Все, девчонки, пока. Ага. Сейчас заеду. У вас что-то в ресторане произошло? Не пригласил на танец или убежал, не заплатил? Почти. Слушай, ну его, а. Давай лучше ко мне. Венца попьем. Ты какой любишь? Красненькое, беленькое? Пузырики? А и что-нибудь сладенькое. Найдем. Скажи мне, как психолог, вот что во мне не так? Почему Никита относится ко мне как к другу? Ты серьезно? Да. Минуточку. Я сейчас должна что-то увидеть, чего раньше не было. Ты внимательно посмотри. Все на месте вроде. В том-то и дело. Даже слишком. Вот скажи мне, как такой мужчина, как Никита, отец-одиночка с крошечной зарплатой, поверит, что вот эта столичная штучка обратит на него какое-то внимание, как на мужчину? Мульстит то, что ты с ним просто дружишь. Ну, какая еще столичная штучка? А ты не из Москвы разве? Видела бы ты мою деревню. Мне повезло. К нам училка нормально приехала. У нее комп был, она мне в нем там все показала и шариться разрешила.
И как-то вот у меня получаться начало, и так интересно стало. Вот я и решила стать великим хакером. А как твои деревенские родители к такому решению отнеслись? А родители мои? А ты помнишь семью Васильевых? Вот у меня такие родители были. Поэтому я в 15 лет вещички втихую собрала и автостопом до Москвы. Подожди. А в Калинове-то ты как оказалась? Случайно. Я в Москве в колледж поступила. На программиста. Как выживала, даже не спрашивай. Но на панель не пошла. Mm-hmm. А на последнем курсе к нам один начальник из провинции приехал. Ну, ему позарез нужен был айтишник в Следственный комитет. Квартиру пообещал. И звали его... Степан Ильич! Как ты уже догадалась. То-то я смотрю, он как-то по-особенному к тебе относится. Да, поначалу он прям серьезно опекал, а сейчас ничего, его же подотпустил. За, а ты эту историю рассказывала Никите? Это еще зачем? Во всех модных подкастах говорят, что в женщине должна быть тайна. Не надо, пожалуйста, слушать инфо-цыган от психологии. Такой человек, как Никита, больше всего в женщине ценит старомодную верность и искренность. Ты попробуй ему расскажи это все. Сделай первый шаг. Думаешь, получится? Уверена. Я этого не вынесу. Девочки, помогите, я так больше не могу. Саш, нам придется это сделать. Дружочек, ты чего? Что такое, малыш? Болит что-то? Иди-ка. Что с тобой? Что, мой хороший? Что? Ну, что болит? Что?
вот скажи, вот почему я с ним сразу не поговорила, а? Почему сразу все не выяснить, зачем голову в песок прятать, а? Предварительно смерть наступила от удара кухонным ножом в область сердца. Следов крови почти нет. Нож перекрыл вытекание. Рисунок на ручке какой-то необычный. Походу, ребенок выжигал. Время точное смерти смогу сказать только после вскрытия. А так, ну, можно сказать, что прошло 10-12 часов. Парни, осмотрите здесь все вокруг. Ищем следы волочения. Повнимательнее, пожалуйста. Привет. Привет, привет. О, у нас новые лица. Здравствуйте, я Саша. Добрый день, Мила. Очень приятно. Зар, а где все? Пошли позавтракать. В парке труп нашли, все утро провозились. А что там случилось? А вот, смотри сама. Фото прямо с места происшествия. Только личность никак установить не могу. А как же твоя эта программка прекрасная для распознавания лиц? Моя прекрасная программка не любит посмертные фото. Каждая обрабатывает просто вечность. Мила, не мучайтесь вы там. Я вам завтра принесу свой чудесный чемоданчик для уборки, и вам станет намного легче. Спасибо. Привет, мамзин. Пришла вот тебя проведать. Ты как? Пациент скорее жив, но через силу. Может, махнем куда-нибудь, а? Помнишь, как в детстве, в Питер? М? Конечно, помню, Сашуля. Ну, зачем тебе такая антикварная компания? Кстати, где твой вероломный Влад? В Москве. Сегодня должен вернуться. Сашок. Я, конечно, все понимаю. Но мне он почему-то кажется порядочным и надежным. К тому же дело для тебя только хорошее. Мамзин, как вы называли эту женщину, которая отца у меня увела? Разлучница? Не хочу на ее месте быть. Знаешь, Сашок, мы в юности все максималистки. А теперь с годами компромисс кажется вполне разумным выходом. Ладно, буду в микроскоп мучить. То, что там что-то непонятное с нашей жертвой. Расскажи. Иди, на совещание я все расскажу. Иди. Непонятно. Да. Разрешите? Проходи. На карту. Что там у нас по происшествию в парке? Вероятнее всего, убийство с целью ограбления. Труп неизвестный, пустой. Ни денег, ни телефона, ни документов. Почему неизвестный? Программа распознавания с трудом, но определила. Совпадение 90%. Звонарева Надежда Викторовна, 1967 год рождения. Проживала в Глухове, улица Авдеевская, дом 45. Есть номер ее дочери, Ульяны Амелиной. Вы будете смеяться, но смерть нашей жертвы естественная, да, от коронарного тромбоза. Произошла между 8 и 10 вечера, как я и говорила. Подожди, при чем здесь тромбоз?
там же наживую. Элементарный инфаркт, вызванный закупоркой тромба большой артерии сердца. А ножевой удар нанесли позже, когда кровь уже свернулась в сосудах, и произошло это где-то через час после смерти. Так, я что-то не пойму, это Звонарева умирает от инфаркта, падает, ее обносят, забирают все самоценное, потом кто-то приходит и втыкает ей нож. Мне кажется, что как-то бредово получается. Нет, Макар, это получается, что мы просто не обладаем достаточным количеством информации. Может, у нее ничего с собой не было. А может быть, один человек ее обокрал, а другой нож в нее воткнул. Мы просто ничего совсем не знаем. Но если мы с нашей Надеждой Викторовной поближе познакомимся, узнаем ее личность, привычки, и тогда что-нибудь поймем. Да, интересный букет статей получается. Кража, возможно, не оказание помощи, да еще и вместо ножевого теперь глумление над трупом. Нормально? А может, это гнилое дельце на полицию спихнем? Вениамин Евгеньевич, здравствуйте. Владислав Градов, это я вам звонил сегодня. Вы Владислав Сергеевич? Да, все верно. Вы не будете возражать, если мы на воздухе пообщаемся? Конечно, не буду. Зара, что-то не то с номером дочери Звонаревой. Звонить никак не могу. Проверь его еще раз. Грин. А напомни мне, когда я последний раз в циферках-то ошибалась? Никогда. В общем, ничего особенного в этом ноже нет. В любом хозяйственном можно купить. А рисунок на ручке пирографом нанесли. Кое-как, правда. Может, кто-то тренировался? А что еще за пирограф? Да прибор такой для выжигания. В моем детстве у каждого второго был. Мы с отцом, маме кучу досок для кухни сделали. Слушай, Никитос, а скинь-ка мне фотку этой кривули. Мне кажется, я где-то видела эту красоту. Алло? Ульяна? Нет, это ее муж. Она сейчас в больнице на сохранении. Как умерла? Когда? А как я скажу об этом жене? Тогда жду вас завтра к 10. Все, хорошо. До свидания. Товарищ полковник, дозвонился до Звонаревых, вернее, до мужа дочери. Сама Ульяна на сохранении лежит, поэтому завтра на опознание придет зять убитый. Угу. Да! Господи. Зара, я из-за тебя вторым слоем посидею. Ты кричишь. Адепты светила. Ну та хреновина на ноже. Это символ местной организации. Солнцепоклонников или солнцеедов. Что-то такое. Я не поняла, в общем. И что это у нас получается? Ритуальное убийство, что ли? Масонская ложа прям. Жертвоприношение в парке. Убили человека, оставили тело посреди парка, да еще и нож в него воткнули. С собственным логотипом. Класс. Ух ты, а ты у нас, оказывается, еще и в сектах разбираешься, да? Да. Не надоело еще в цирк с конями играть? Давайте, поднимайтесь и идите к адептам разбираться, что они там в парке насветили. Давайте, давайте, смеются они. Вы поймите, я эту тему закрыл для себя. Я потратил много сил, времени, денег, чтобы найти виновного во всем этом кошмаре. А потом понял, что сам виноват. Променял дочь на бизнес. Все деньгами откупался, вместо того, чтобы просто быть рядом. Я вас понимаю. Я сам недавно потерял родителей, и они были убиты зверски. Соболезную. Спасибо. Но только благодаря Александре и Следственному комитету нашли убийцу.
Вениамин Евгеньевич, я предлагаю вам использовать еще один шанс, чтобы узнать правду. Семен, принесите ноутбук Нике. Он у меня на столе в кабинете. Привело вас, друзья, в нашу солнечную обитель. Капитан Гринеев, Следственный комитет. Давайте пройдемте в дом. Не будем мешать братьям и сестрам. Продолжаем, все прекрасно. Я скоро вернусь. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Меня зовут Иван Васильевич Курочкин. Я генеральный директор НКО «Адепты Светила». Чем могу быть полезен Следственному комитету? Почему они вас называют Гором? Это имя мастера солнца по древней традиции русичей. Видите ли, после тяжелой болезни у меня открылся дар. Ух ты! Только вы можете об этом сверхъестественном даре поведать вашим единоверцам. А нам скажите, вы знаете эту женщину? Может быть, она приходила на ваше собрание? Нет, я ее не знаю, я ее не видел на наших песнопениях солнцу. А что вы скажете по поводу этого изображения? Мне кажется, это неумелая попытка изобразить нашу святыню. Я бы даже сказал, бездарной. Видите, вот это. Это оригинал. А у вас отсутствует самое главное. Это глаз светила внутри спирали. Глаз. Да, глаз. Смотрящий на нас с небес. И к тому же мы не изображаем наш символ на кухонной утвари. Кто-то из ваших прихожан мог такое изобразить? Что? Я вижу, что этот нож причастен к какому-то преступлению. А наша вера, она учит только любви, свету, радости, которая есть в каждом из нас. Так что силой, данной мне солнцем, я лечу людей, я не убиваю их. Слушайте, у вас тут не дом, а дворец прям. Территория такая огромная. Доход нужно немало, чтобы все это содержать. За чей счет банкет, извиняюсь. Мы живем исключительно на пожертвования. У нас большая община, и мир не без добрых людей. Добрые люди, они всегда помогают. Я благодарю. Благодарю, благодарю, от сердца передаю. Ну и как тебе этот Иван, крестьянский сын? Типичный манипулятор и нарцисс. Такие наживаются обычно на легковерности и одиночестве людей. Могут даже до самоубийства довести. Вот и я говорю, тюрьма по нему плачет. Рыдает даже. Но эта секта не про убийство и ножи, это скорее про деньги и мошенничество. Саш, привет. Угу. Смотри, что я достал у отца Ники. Рада. Мне с тобой поговорить надо.
сложно как-то начать. В общем, ты был со мной не до конца честен. Саш, я не понимаю, о чем ты. Ну, о том, например, что ты женат. Мне даже в голову это не пришло, потому что мой брак нельзя называть настоящим. Мы уже много лет не живем вместе. Тумбочка между кроватями, я все это слышу. Саш, ну не иронизируй, но на самом деле все так и есть. Но главное не в этом. Я уже неделю как разведен официально. В смысле? В прямом. Помнишь, я тебе обещал рассказать, зачем я ездил в Москву? Я ездил, чтобы оформить этот развод. Почему ты мне сразу не сказал? Ну, помнил твою детскую травму по поводу отца и не хотел лишнего напоминания. Прости. Как же я могла поверить этому манипулятору? Какому манипулятору? Орехову, какому же еще? То есть вместо того, чтобы поговорить со мной по-мужски, он решил действовать из-под тяжка. Стиль такой. Ну, а как же твои принципы? Отделять домыслы от фактов. Боялась, что потеряла тебя. От меня так просто не отделаешься. Представляешь, я с тобой спала без кошмара. Я заметил. Ты ночью улыбалась во сне. Есть предположение, чего? Есть. Но я тебе не скажу. А зря. Можно было бы докторскую защитить, что-то вроде... Нетрадиционные методы лечения от кошмаров. Нет. Этот метод запатентован. И пользоваться им могу только я. Ладно. Мы проспали. Я в душ. О, подожди, подожди, подожди. А как же завтрак? Кофе? Согласна на романтический ужин. Договорились. Ладно, беги. Не переживай, дружка, я выгулю. А потом в больницу. Хочу посмотреть, как чувствует себя женщина, которую оперировали. Это она. Вы подтверждаете, что это Надежда Викторовна Звонарева? Да, это моя теща. Николай, у нас есть к вам несколько вопросов. Что, прямо здесь? Хотите, можем выйти на улицу. Ну как, вы не знаете, зачем сюда приезжала ваша теща? Да кто же ее разберет? Понимаете, год назад она просто повернулась на целителях, нашла у себя какие-то болезни, все, ездила, лечилась. А Ульяну это выводило из себя. Тут еще и угрозу выкидыша поставили, а ей волноваться нельзя. Ну, вот мать и стала делать все, как говорится, втихую. Может, знахарей каких тут нашла, не знаю. Солнцеедов? Кого? Нет, про таких не слышал. Ну, может... Надежда Викторовна были какие-то завистники, недоброжелатели. Да какие могут быть завистники у пожилой женщины? Ну, сами подумайте.
Простите, мне надо быть в больнице. Жена еле держится на ногах после того, как о смерти матери узнала. Конечно. Уезжайте, езжайте. Мы с вами еще свяжемся. Хорошо. До свидания. До свидания. Ну, что могу сказать? Видно, что сильно нервничал. Суетился очень. Ну, мутный тип, короче. Макар, не каждый день приходится трупы опознавать. Тем более не чужого человека, а родной тещи. Не хочется шутить про зятя тещу, но проверить его надо. Зара, проверь мне этого Амелина по всем направлениям. Уже? Но ничем порадовать не могу. Он в соцсетях появлялся раз в год по обещанию. Никакой полезной инфы. Так, ладно. Придется коллегам с Глухого звонить. Может, что интересно расскажут. Про камеры видеонаблюдения не забудь. Грин, я вообще-то большая девочка, да? Ладно, сегодня посмотрю. Придется попотеть, конечно, но ничего. Зар, если хочешь, могу подключиться. Никитос, ты мне очень поможешь. Прости, но это тоже тебе. Это ноутбук Ники. Влад все-таки его достал? Давай скорее его на зарядку поставим. Отлично. И Саша здесь. Ты-то как раз мне не нужна. Пойдем. Я не понимаю, почему ты тянешь? Что я тяну? Мне звонили из отдела кадров и доложили, что ты до сих пор не оформилась. Да, об этом. Степан Ильич, ну не могу я так. Ну, не могу я на 100% отдаваться работе, не разобравшись до конца со своими проблемами. Ну почему параллельно нельзя этим заниматься? Может, помощь какая-то нужна? Мы уже скооперировались с Зарой. Она мне очень помогает. Вот, молодцы, девочки. Но все равно ты не стесняйся, если что-то нужно, ты говори. Деньги, может, нужны. Ты же у нас безработная. Нет, спасибо, все в порядке. Это все? Могу идти? А, подожди, а что у нас по Звонаревой? По Звонаревой. У адептов мы ничего толком не нашли, кроме того, что логотип светила на ноже не тот. Похожий, но не тот. Что, и все? Нет, не все. Еще предводитель их. Такой настоящий, конкретный проходимец. У него там не дом, а особняк, золото-бриллианты, машины дорогущие. В общем, Макар на него прям стойку сделал. Ну, этим пусть отдел экономической безопасности занимается. Кстати, оповестите их. Хорошо. Могу идти? Да. Отдел кадров. Все, все, я туда больше не ногой. Макс, я даже это обсуждать не хочу. О, Александр, здрасте. Привет, Макс. Я страшно рад, что вот вы именно сейчас пришли. Я так понимаю, ты мне сейчас рад как психотерапевту, ну, судя по выражению лица твоего папы. Да. Вы можете им объяснить, что у меня сейчас переходный возраст идет, и я могу с ума сойти от этих постоянных нервов в этой школе дурацкой? Угу. И что же в этой школе такого дурацкого? Ну, кроме пафоса. Ну, там одни фрики, понторезы. Я туда больше не пойду. Не пойдешь? Нет. Ну, иди тогда работай, раз не хочешь учиться. Зар, тогда принимай бесплатную рабочую силу. Ну, глаза. Макс, иди сюда. Спасибо. Не переживай, сейчас успокоится и поговорит. Смотришь видео и ищешь машину вот с этим номером. Справишься? Конечно. Давай. Ты что, меня за дурака держишь? Это же твоих рук дело. Ты связи мои знаешь, и тебе будет так, что тебе мало не покажется. Что? Да я тебе... Ау! Ау! Тварь. Ну что, пока вы тут фигнёй страдали, я намеренно целое досье накопал.
Давай скорее рассказывай, а то, смотрю, тебя сейчас разорвет на тысячу маленьких гринов. Наш Коля Амелин оказался мелкий лавочник из серии «Купи-продай». В самые жирные времена у него аж 3 ларька. Сейчас, правда, 1 остался, бизнес ко дну идет, и у него еще 1 печалька. Хреновые отношения с тещей. Насколько хреновые? Соседи однажды полицию вызвали, когда Амелин отношения выясняли. Ор стоял на всю округу. Ну хорошо, а какое резюме в результате? Вот. Отличный вопрос. Но я думаю, было так. Амелин поехал в Калинов тещу искать. Нашел. Начался у них там обычный этот базар-вокзал. Звонарева переволновалась, тут бац, инфаркт. Наш козленочек испугался, вместо того, чтобы скорую вызвать, дождался ее смерти. Вот, а потом изобразил убийство с целью ограбления. Складно, гражданин начальник, излагаешь. Только я не пойму, где он час шатался перед тем, как нож воткнуть? Хорошо. Хорошо, тогда так было. Теща умирает, Амелин испугался, убежал и только потом придумал ограбление. Через час. Ну, в общем, рабочая версия, но все равно непонятно, откуда он нож-то взял. Ну, не мог же он его из-под куста достать или в магазине купить с таким логотипом? Да. Я нашел, походу. Макс, погоди, попись. Дай проверю. Молодец. Кто-то заработал очень неплохую денежку. Я супер или супер супер? Ты супер. Я же вам говорил, мне в больнице надо быть постоянно. У меня жена беременная там, еще и мать ее умерла. Вы это понимаете? Я до Глухова доехать не успел, а вы меня опять свой Калинов вызвали. Николай, машинка же ваша. Вы же не будете отрицать. Вот. Я и говорю, въехали вы в Калинов 14:23, а выехали в 23:17. А нам почему-то об этом ничего не сказали. Так что вы делали, гражданин Амелин, в городе в день смерти вашей тещи? Я не имею к ее смерти никакого отношения. Я спрашиваю конкретно, что вы делали в городе с 2 почти до полуночи? Мне жену мою жалко, понимаете? Она из-за матери своей ненормальной извелась вся. Звонила ей 10 раз, та трубку не брала. Вот я и поехал ее искать. А почему сразу не сказали? У меня отношения с тещей никакие, и многие об этом знают. Бизнес мой как стал накрываться. Она пилить меня начала, мол, денег мало стал приносить. Вот только из-за жены и терпел все ее нападки. Терпел. А почему тогда соседи полицию вызывали? Вот поэтому я и не сказал, что был в Калимове. Вы бы сразу меня во всем обвинили, а соседи бы подтвердили, что, мол, да, все время желал ей смерти. Да вы не переживайте. Соседи уже все подтвердили. Мы вас пока не во всем обвиняем, только в неоказании помощи. Поэтому предлагаю сделать чистосердечное признание. Да не в чем мне признаваться. Я ее в тот день даже не видел, тещу свою. Я объездил всех целителей в городе, так ее и не нашел. Да успокойтесь. Вы что так нежничаете? Можно мне водички и в туалет бы еще? Спасибо. Николай, а у вас диабет 1-го или 2-го типа? 2-го? А как вы узнали? Ну что там с этим Амелиным? Да врет он все, товарищ полковник. То он тещу в глаза не видел, то искал ее везде. У сука, глазки бегают, вспотел весь. А ты что скажешь? А я остаюсь при своем мнении.
А Мелин первый раз тещу увидел в морге при нас с тобой. А суетливость, потливость и дрожь в руках у него из-за диабета. Зря его задержали, Макар. Ты хотя бы проконтролируй, чтобы у него в СИЗО нужные лекарства были. Проконтролирую. Не оказание помощи, конечно, не убийство, но тоже серьезное обвинение. А что с алиби у него? Сейчас поедем целителей местных проверять. Амелин говорит, что нашел того, кому теща приезжала, но разминулся с ней буквально полчаса. Потом к другу своему поехал, школьному. Пытался ей дозвониться, но не дозвонился. Зара это сейчас все проверяет. Макар, выпускай Амелина под подписку. Спасибо. Судя по всему, от своей беременной жены он никуда не денется, а сам ноги в руки и к этим знахарям, целителям. Ну ладно, ну не кисни, Макар. Хочешь, я с тобой поеду? Конечно, хочу. А то все делается, как любимчики и начальство скажут. Макар, подожди. Макар, Макар. Добрый вечер. Капитан Гринеев, Следственный комитет вас беспокоит. Могу вам задать несколько вопросов? Да, конечно. Что произошло? Я так понимаю, вы гражданка Молотова и проживаете в этом доме? Абсолютно верно. Так что случилось? Скажите, вам знаком вот этот вот мужчина? Он заходил к вам позавчера? У меня плохая память на лица. Хотя, подождите, кажется, это... Он искал нашу пациентку, Надежду Викторовну. Да, похож. Пациентку? А чем она болела? Это вам лучше у мужа моего спросить. Я в основном по продвижению, рекламе, ну, еще бухгалтерия на мне. Вот. Тим как раз сейчас закончил сеанс и будет готов ответить на ваши вопросы. Пойдемте в дом. Спасибо. Пожалуйста. Кстати, сегодня классно получилось с этими машинами. Может, Зар, еще что-нибудь сделаю вам там, помогу? Макс, ты нам сегодня здорово помог, но со школы придется разобраться. Пока не найду замену, придется ходить в эту. Пап, блин, я лучше буду Зарой заниматься. Ну, может, чем-то там еще смогу помочь. Тебе что, так нравится, что ли, на эту школу горбатиться каждую ночь? Все нормально, сынок. Зара знает, что я грузчиком подрабатываю. И, кстати, не вижу в этом ничего зазорного. Макс, ну хватит ныть. Видели бы вы мою школу. Там уровень вообще ниже плинтуса. Именно там я поняла, что самое главное – это самообразование. Ну, у меня Зара образование. Я таким же был крутым хакером, я тебе говорю. Кстати, может, Зару к нам пригласим жить? А чего, будем с ним по вечерам как раз заниматься? Макс, ну тебе же не 5 лет, ну думай, что говоришь. Почему? Я думаю как раз. Тим, к нам пришли. Здравствуйте. Вот, познакомьтесь, мой муж Тимофей. Здравствуйте. Тим после поражения шаровой молнии приобрел удивительную способность чувствовать руками проблемы и недуги людей. А еще Тим делает лечебные массажи с помощью индийских кованых чаш. Вот. Все это очень интересно. Но все-таки хотелось бы узнать, когда у вас были гражданин Амелин и Звонарева? Позавчера. С этой пациенткой у меня был сеанс с 16 до 17 часов. А тогда вот этот молодой человек заходил где-то в районе 17:30, да? А что у вас с рукой? Это я блины пекла, обожгла себе сковородку. Так вы пластырь снимите, ожог подсохнет и быстрее выздоровеете. Да? Спасибо, а то я что-то так не делала. И мазью мазала, и стриптоцидом сыпала. Скажите, пожалуйста, а Надежда Викторовна с какой проблемой к вам обращалась?
Да что, ничего особенного. Возрастные жалобы, суставы, лишний вес, одышка, стресс. В общем, все в этом ключе. Вы знаете, ей все очень понравилось. Она даже записалась на следующий сеанс. Но вот вчера не пришла. Даже не позвонила. Да, это всегда так неприятно. Ведь так просто предупредить, что не придешь, правда? Кто-то другой вместо нее мог получить мою помощь. Ну да. Просто позавчера Надежда Викторовна умерла. Инфаркт. Может, мы зря с собой Макса не взяли? Сидит там теперь один дома, переживает. Мне кажется, ему есть о чем подумать. Ты ему очень важную мысль подкинула. Пускай поразмышляет. Да, я просто сама через это все прошла. А дети, они чувствуют правду. Зар, спасибо, что тратишь на нас столько времени, но у тебя своя жизнь. А мы... Я... Короче, в этой красивой жизни нам... Прости. Я абсолютно ничего не понимаю. Надежда Викторовна была так довольна процедурой. Она уходила свежая, довольная, жизнерадостная. Она была абсолютно здорова. Мы, Олеся, во всем разберемся. Вы не сомневайтесь. Доброго здоровечка всем. Вот Олесенька решил тоже баньку затопить. Дымок у вас увидел третьего дня. Ну, думаю, чего выходных-то дожидаться, пока погодка располагает и время подходящее. Ой, легкого пара вам. Чайку там заварите с моими травками? Прошу прощения, всего доброго, надо идти. Ты заметил, как она занервничала, когда сосед с дровишками подошел? Куда-то сразу пропало ее рекламное чириканье. Да нет, не заметил. Слушай, я до друга Амелина сгоняю. Тебя подбросить? Не. Прогуляюсь. Слушай, Макар, у тебя есть какие-нибудь предположения, где Звонарева могла быть между сеансом и смертью? Вечер же. Ты что-то про это как не думал. Ну, чем там обычно тетки занимаются? По магазинам ходят, наверное. Так, ну, признавайся, у тебя опять какая-то идея есть? А? Нет. Пока нет. Пока. Давай мне. Дай мяч, дай мяч. Зять. Иди ко мне. Иди, 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 иди ко мне. О, ты молодец. А кто мой хороший? А кто мой хороший? Иди сюда. Ай, молодец. Привет, мой хороший. Если я так же не виляю хвостом, как дружок, это еще не означает, что я не рад тебя видеть. Привет. Я сама готова вилять хвостом. Да? С чего вдруг? А, ты про романтический ужин? Угу. Знаешь, Саш, сегодня он у нас будет. Пойдем. Дружок, домой. Какая же красота, Влад. Прошу. Спасибо. А как твоя пациентка? Отлично. Ну, а как прошел твой день? А у меня пока куча вопросов и никаких ответов. Значит так. Я... Предлагаю все производственные вопросы отложить и начать наслаждаться нашим романтическим ужином. Согласна. Никит. Что случилось? Мы разговор не закончили, а я хотела договорить о нас с тобой. Зарочка, ну посмотри на меня. Отец-одиночка со скромной зарплатой и неясными перспективами. А ты молодая, красивая, умная.
Просто красавица и чудовище. Ну что ты смеешься? Ты повторил слова Сандры один в один. Ну при чем здесь Сандра? Мне пришлось записаться к ней на домашнюю консультацию. Внимание. Как выстроить отношения с тем, кто не видит дальше собственного носа? Это кто, я? Мне Сандра так и сказала. Если не сделаю первый шаг, так и буду одна до пенсии куковать. Никит, ты дурак? Ну что мне надо еще сделать, чтобы ты понял, как я на самом деле к тебе отношусь? Я тебя целую, рыбка моя. Привет, рыболовам. Сара, предупреждать нужно, так же ослепнуть можно. Привет. Да что же такое, еще одна? Это не следственный комитет, какой-то дом моделей. Совершенно невозможно работать. И тебе с добрым утром. А у меня, благодаря тебе, трудовой день уже в самом разгаре. Я уже с самого утра к другу, Амелинскому, сгонял. Так. Ну и что, подтвердил он алиби? Может, и подтвердил бы. Только его дома нет, и телефон не отвечает. Интересно. Алло, да? Это следственный комитет. Где мой муж? Куда вы его дели? Алло! Алло! Послушайте, не нужно кричать. Объясните спокойно. Так, хорошо. Понял, разберемся. Это Ульяна, дочь Звонаревой. Амелин пропал. Что еще случилось? Ну что, Амелин сбежал. Жена его только что звонила. Он вчера в Глухов не вернулся. А я говорил, что его нельзя было отпускать. А у нас вокруг одни гуманисты. Так, давайте пока будем констатировать только тот факт, что Амелин пропал. Последний раз он был в сети вчера в 21:23, где-то в Калинове, на окраине, возможно, в частном секторе. Может, он к своему школьному другу поехал? Этот, который Гончаренко. И они вместе свалили куда-нибудь в неизвестном направлении. Так, то есть Гончаренко тоже не опросили? А как его опрошу, товарищ полковник? Он то к телефону не подходил, то его вообще выключил. А дома он так не появлялся. Зара, определи местоположение телефона, а ты, Макар, на всякий случай предупреди транспортную полицию. Достаньте мне этих беглецов. Слышь,
слышал, что шеф сказал? Достань ему этих беглецов. А я тебе помогу. Через 5 минут. Макарушка, нам с Сандрой надо пошептаться. Пардон. Ну, не могла больше держать это в себе. Сандра, ты просто гений. Я сделала все, как ты сказал. Никита меня очень любит уже очень давно, и мы собираемся жить вместе. А Макс, когда узнал, вообще до потолка прыгал. Сандра, я такая счастлива. Я так за вас рада. Вы вот молодец. Ну, молодцом я буду, когда ноутники разблокирую. Сегодня кровь из носа закончу. Слушай, давай обратно возвращаться. Что-то меня исчезновение нашего образцового мужа беспокоит. Ну что, Гончаренко телефон включил, а трубку так и не берет. Сейчас, 5 сек. Отдыхает наша пропажа на Горелом озере. Во. Слушай, а может этот Амелин тоже с ним? Поехали отдохнуть от жен. Нет. Амелин не тот психотип. Он будущий отец и честный муж. Ой, да ладно. Мне кажется, нет такого мужика, который хотя бы на час не хотел бы стать холостяком. Классика жанра. Давай, классик, дуй на озеро. Точку тебе сейчас скину. Не видишь, что ли? Занято тут. Капитан Гринеев, Следственный комитет. А вы, я так понимаю, Петр Гончаренко? Ну, я Гончаренко, и что? Теперь на удочку нельзя уже? Да не, вы ловите, что хотите. Вы мне скажите, где ваш друг Коля Амелин? Да я откуда знаю. Ну, а когда его последний раз видели? В пятницу видел. Он ко мне приезжал. А что? А во сколько примерно приезжал? Точно не помню, но не позже 6. А уехало сколько? Около полуночи уже. Да не помню я точно. Я что, на часы должен смотреть? Успокойся, вы никому ничего не должны. Ты мне скажи, чем вы занимались? О чем говорили? Ничем не занимались. Тут трепались. Колька на тещу все свою жаловался, да названивал ей. У нее телефон был выключен. А что с ним? Я тоже хотел бы это знать. Ошиблись, и Амелин сбежал. По психологическому портрету Степан Ильич никак не должен был. Ничего не понимаю. Привет мыслителям и гуманистам. Ну что, Гончаренко слова Амелина подтвердил. Только сам безутешно взять, как в воду канул. Зара проверила, границу он не пересекал. Машина засветилась на камерах в 21.17 на выезде из Калинова и в 22.11 на въезде. А что получается, то он от нас домой поехал? Не доехал и вернулся? Странно. Никак не складывается пазл. Что-то мы очень важное упускаем. Это точно. Привет. Привет. Что-то случилось?
моя пациентка умерла. Ту, которую ты оперировал? Да. Так, давай, поднимайся. Пойдем в дом, все расскажешь. Знаешь, у каждого хирурга, конечно, есть свое кладбище, но к этому привыкнуть невозможно. А что случилось? Все же хорошо было. Да, послеоперационный период шел хорошо. Я даже расписал лечение. Казалось, все предусмотрел, а у нее тромб оторвался. Чай будешь? Да. Знаешь, я в такой ситуации стараюсь всегда эмоции выключать, чтобы в голове проще было все проанализировать. Да что там анализировать, Саша? У нее был специфический флотационный тромб, который не рассасывается от лекарства и может оторваться в любой момент без видимых причин. А чего? Что вообще происходит, в принципе? Да, чего угодно. От подъема тяжести, от перепада давления в самолете, перепада температуры в бане. Ты знаешь, кстати, людей с тромбозом не берут звонари. Почему? Ну, потому что вибрация от колокола может вызвать отрыв тромба. Еще раз? Ну, вибрация от колокола может вызвать отрыв тромба. Ой, прости, мне надо срочно к Зимочке. Подожди. Саша, останься, это же может подождать до завтра? Мамзин, привет. А, привет. Слушай, у меня к тебе странный вопрос. Только не обижайся, ладно? Ты никак не могла ошибиться со временем смерти Звонаревой? Ошибиться? Это с прогнозом погоды можно ошибиться. А у меня все четко. Просто пытаюсь понять. Тут ничего сложного. Я измерила температуру тела. Было неполных 25 градусов. С учетом погодных условий, остывание проходит градус в час. То есть прошло примерно 10-12 часов с момента смерти. Но скорость падения температуры тела можно как-то изменить? Ну, конечно. Если бы Звонарёву держали в холодильнике, то время смерти определилось бы на пару часов раньше. А если бы ее держали в тепле, то мы бы решили, что она умерла позже, так? То есть ты хочешь сказать, кому-то было важно изменить время смерти? Я пока не знаю. Но мысль одна есть. Надо только проверить кое-что. Спасибо, мамзин. Пока. Ну, пока. Пока, пока. Всем привет. Привет. А, слушай, Макар, у меня к тебе просьба. Мы можем проверить еще одну версию, а потом уже вернемся к Амелину. Помнишь соседа Молотовых? А это, который с дровами? Да. В общем, поговори с ним как-нибудь так, аккуратненько, чтобы Молотова не узнали. О чем поговорить-то? Узнаю у него точное время, когда они топили баню. Ну, если я права, то это нас очень сильно приблизит к разгадке. Так, заинтриговала. Проверю. Тебе у меня тоже есть просьба. Нужно прочекать соцсети одного человека. Да, банька — это святое. Каждое воскресенье у них парилка и купель обязательно. По Молотовым хоть часы сверяй. А помните, мы вас тогда в четверг встретили? Вы нам что-то про вторник говорили. И правда, было дело. Я еще удивился тогда очень сильно. Чего это они вдруг баню затопили? Вроде не воскресенье. А это примерно во сколько было? Часов 5. Я передачу про рыбалку смотрел. И тут дымком так вкусно потянуло. Ясно, ясно. Только о нашем разговоре никому. Сандра! Надо уже научиться делиться полномочиями. Бросайте реть. Я уже все нашла.
О. Давай, показывай, что у тебя там. Наш новоиспеченный гуру думал, что можно удалить все, чтобы подготовить себя для безупречной реинкарнации. Но не тут-то было. О! А вот эту фотографию мне пришли, пожалуйста, на память. Хорошо. А это кто? А это Олеся Молотова, жена нашего второго целителя. Она, видимо, их коллекционирует. Ну, или просто специализируется. Поеду-ка я к этому властителю солнца и напомню ему о его бурной молодости. Зарочка, накопай мне, пожалуйста, всю-всю информацию про эту Молотову и ее муж. Ну, пожалуйста. Очень надо. Наглая ты и ненасытная. Спасибо. Продолжайте. Красота. Решили примкнуть к нашей обители? Прошу. Рада бы, но грехи не позволяют. Я к вам по другому вопросу. Вы Олесю Молотову знаете? Молотова не знаю. Не знаете? Ну, а если вот так? Так это не Молотова, это Петрова Олеся. Столько лет прошло. Иван, вот скажите мне, зачем вы себя топите? Вас никто ни в чем не подозревает, а вы врете все время. И своей этой ложью наводите на себя подозрения. Вам предъявят сокрытие фактов, а это уже срок. Может, начнете правду говорить? Ну, хорошо. У нас с ней были недолгие отношения деловые. Почти. И она маркетолог по образованию. Она помогала с разработкой концепции и логотипа адептов светила. Я все придумал сам. Все ей подробно объяснил, но она в итоге все равно все сделала по-своему. Ну и вы ее кинули. Тем более, что ваши отношения почти деловые вам к тому моменту уже надоели, да? Я никого не кидал. Святыня с глазом полностью мое творение. И я же вам говорил, что я черпаю вдохновение от солнца. Знания снисходят ко мне свыше. И тут какая-то Петрова или Молотова. И теперь она требует от меня денег, как автор. Добрый день, господин Курочкин. Да. Капитан Пронин, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Могу я задать вам несколько вопросов? В общем, Степан Ильич, я настаиваю на проведении обыска. Причем я точно знаю, где они держали тело. Я уверена в этом на 100%. Ты мне свои версии просто в тупик ставишь. Разве такое возможно? Если наспех окончить двухнедельные курсы у такого же малообразованного коуча, то, возможно, и не такое. Я проверила. У Молотова не то, что медицинского диплома нет. У него, в принципе, нет никакого образования. Кроме среднего. У него там такая женушка. Пиарит его, не останавливаясь. Придумала ему историю про шаровую молнию и открывшийся дар. Я вот одного не могу понять. А Милин здесь при чем? Этого я сама пока не понимаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. А куда это вы собрались? Так это в гости к друзьям. Придется вам задержаться. Гражданка Молотова, мы хотим тут кое-что у вас осмотреть. На каких вообще основаниях? Что вообще происходит? Вы подозреваетесь в причастности смерти гражданки Звонаревой. Я пойду осматривать баню. А мы пока поговорим с хозяевами. Значит, тут вы проводили сеанс со Звонаревой, верно? Я же вам говорю, вы ошибаетесь. У Звонаревой был полный курс релаксации, включая баню. Так это вы, когда баньку затапливали, палец обожгли? Или все-таки, когда логотип адептов светила выжигали на ноже? А? Олесь, ты что, опять? Что опять? Я этому павлину всю концепцию расписала. А когда идея заработала, он просто выкинул меня из бизнеса. Может быть, вы просто никак не можете забыть своего бывшего? Олесь, ты же обещала. Да кого ты слушаешь? Тимофей, ваша жена все еще неравнодушна к Курочкину. Так, может быть, не стоит все ради нее на себя брать? Может, вы расскажете нам, как все было на самом деле? Да, вы правы. Я больше не могу с этим жить. Надежда Викторовна оказалась крепкой для своего возраста. Я начал сеанс. Бани, вы, конечно, нас запутали, но ненадолго. Вы, Олеся, сами себя перехитрили. Совершенно непонятно, зачем нужно было имитировать убийство с целью ограбления и втыкать в тело Звонаревой нож. Олеся, что это значит? Как ты меня достал, Тим. Я действительно хотела отомстить Курочкину. Довольны? Давай сюда. Быстрей. Сюда. А? Тим, а? Ты точно все проверил? Что? Документы, карточки. Да, поехали быстрее отсюда. Подожди меня в машине. Хорошо. Я тебя догоню. Зачем тебе все это? Живу с приматом. А ведь хотела из тебя человека сделать. Такую легенду придумала. Знай, звени своими кастрюлями. Кастрюлями? Да у тебя только деньги на уме. Мне еще два курса надо было закончить, а ты заладила потом. Пора зарабатывать. Я хочу сознаться еще в одном преступлении. Вот. Искал ДНК Звонаревой, а нашел его в подвале, прикованного к трубе. О-о-о. Так это 126-я, часть третья.
Пятнашка он светит, граждане. И машину его в гараже припрятали. Отвезите в больницу. Да, ну и букет вы собрали. А начинали-то всего с 2 лет за причинение смерти по неосторожности. А Мелин-то вам зачем понадобился? Вы знаете, Олеся, когда вы показали ей фотографию Николая, сразу поняла, что он подозреваемый. Ну, через интернет все выяснила, нашла номер телефона и позвонила ему. Представилась следователем и сказала, чтобы он явился на очную ставку с преступниками. Ну, хоть тут не соврала. И что вы с ним дальше планировали делать? Ничего. Посидел бы в подвале, пока мы из страны свалим. Потом сообщили бы вам анонимно, где он. Если бы он с голодухи окочурился. Да они ему еды оставили и ведро воды налили. Ох, сердобольные. Ну что, пакуем их. Александра, ну просто не налюбуюсь твоими мозгами. Как ты догадалась о взаимосвязи от инфаркта и вибромассажа? А вы помните, что Зинаида Григорьевна нам сказала, что у Звонаревой оторвался тромб, и из-за этого случился инфаркт? Так. Вот. А тут мне уже Влад очень помог. Он мне рассказал, что тромб может оторваться из-за вибрации колокола. И я вспомнила, что вот эти вот их массажные чаши очень похожи на маленький колокол. Но все равно. Ты просто как-то все подмечаешь, соединяешь. Молодец. Наблюдательность — мое второе я. Ну что, Зар, что-нибудь получается с нотом? Угу, получается. Ну, рассказай. Саш, подожди, пожалуйста. Тут черт ногу сломит. Мне тут еще разбираться и разбираться. Ну, давай, может быть, тогда вечером ко мне придешь. Я Влада позову. Может, к этому моменту что-то выяснится. Давай. Саш, а можно я еще с собой Никиту и Макса прихвачу? Первый выход в свет. Сандра, я нашла закрытый чат с перепиской. Может быть, он поможет тебе что-то узнать? 10 минут мне дай, я все со стола уберу. Так, нет, стоп. Вы разбирайтесь, мы сами. Парни, давайте помогите. Мать, подъем. Вот сюда ставьте. Вот смотри, Ника пишет. Девочки, я так больше не могу. Мне так плохо. Давайте позвоним Александре. Зачем человека из отпуска дергать? Мы что, сами не справимся? Предлагаю собраться, вместе помедитировать. Мне кажется, групповая практика быстрее поможет. К тому же Александра нам новый плейлист прислала. Так, стоп. Зар, какой плейлист? Я девочкам отправляла треки с релаксирующей музыкой, но это было каждой в личку и до отпуска. Вот смотри, 28 мая отправлено. А Мещерякова, собака. Твой же ящик. Мой? Ну, я точно совершенно из отпуска ничего им не отправляла. Там интернета-то не было нормального. Ну, в номере можно было подцепиться и то кое-как. Чур, я первая в душ. Шурок, слушай, у меня планшет совсем разрядился. Мне позарез на почту отправить. Можно твой взять? Спасибо. Кажется, я начинаю кое-что понимать. Зар, а можно мне этот плейлист послушать? Да, это он. Что случилось? Сердце заколотилось, дышать тяжело, как при панической атаке. Страшно очень стало. Зар,
Как-то можно эту музыку разложить на разные аудиодорожки, чтобы я могла понять, что с ней не так, что изменилось. Ну, мне нужно микшер звуковой скачать. Не волнуйся, мы справимся. Давай-ка ты ложись, а мы пойдем уже. Саш, слушай, а ты можешь описать, что ты почувствовала, когда слушала музыку? Да как тебе сказать? Знаешь, такое вот внутри. Ты чего? Ты только не сочти меня сейчас за сумасшедшую. Это еще что? Это обломки моей обиды на твой счастливый брак. Я вот так шандарахнула об пол, что теперь, похоже, не собрать. Но, кажется, именно это спасло меня от огромной беды. Так, это надо срочно отвезти к Заре. Так, стоп. Значит так. Во-первых, прости, я не знал, что ты так переживала. И давай-ка Зару оставим на завтра. А сегодня мы посвятим вечер друг другу. Ты говорила, у тебя там есть какой-то запатентованный метод. Привет. Привет, подруга. Мне наконец-то программку скинули. Сейчас раскладываю твой трек на дорожке. Слушай, ты меня сейчас будешь душить? Из этого тоже нужно как-то вытащить аудиофайл. И это, пожалуй, не менее важно, чем ноутбук. Но сначала давай с ноутбуком разберемся. Так, смотри. Послушаем каждую дорожку отдельно. Это первое. Это левый стереоканал. Так. Давай вторую. Так, сейчас правый. Хорошо, а что на третий? Как-то странно. Звука нет, а эквалайзер показывает, что он есть. Это что сейчас было? Это был инфразвук. Ультранизкие частоты. Слух не способен их воспринять, а тело и мозг реагируют. Но почему у меня возникла такая паника? Я никогда ничего подобного не испытывала. Все зависит от сочетания частот. При определенной комбинации ты могла бы почувствовать блаженство, даже эйфорию. То есть эта штука способна воздействовать на настроение? Был такой ученый, Эдгар Кейси, не слышала? Вот он считал, что все болезни можно будет лечить при помощи звука. Какие-то частоты действуют на улучшение сна, какие-то на сердечно-сосудистые заболевания. И именно этот трек слушали девочки. И похоже, он их привел к смерти. Ты знаешь, кто это сделал? Но ведь это мы можем считать вещественным доказательством? Увы, нет. И что нам делать дальше, непонятно. Потому что у нас кроме этой
инфразвуковой дорожки ничего нет. А если мы получим чистосердечное признание, так сказать, царицу доказательств? Ну, хорошо, допустим, я его заманю в Калинов, а дальше-то что? Как мы его расколем? А мы будем действовать его же оружием. Да без проблем. Только Борисюка надо как-то уговорить. Так, вы вторгаетесь в зону моей ответственности. Информирование шефа я беру на себя. Саш, звони. Давай. Алло, Сереж, привет, это я. В общем, звоню с повинной, ты оказался абсолютно прав. Я на грани нервного срыва. Потеряна абсолютно и как человек, и как специалист. Я очень надеюсь, что твое предложение все еще в силе. Шурок, ну конечно. Я безумно рад, что достучался до тебя. Только вот одно. Мне тут надо на допросе одного подонка расколоть. Ты не мог бы, пожалуйста, приехать, а то Борисюк все никак тебя забыть не может. Никак считает нам не справиться без твоей нейроакустической помощи. Ну, раз сам Борисюк просит. Конечно, помогу, Шурок. Считай, что уже выезжаю. Спасибо тебе большое, обнимаю. Так, надо поторопиться, нам еще кучу всего нужно сделать. Молодой человек, можно чего? Я так рада, что ты приехал. Я все обдумала. Про Москву, про работу и, главное, про нас с тобой. Боялась, что ты не сможешь мне простить мои выходки. Вот я был уверен, что ты очень скоро одумаешься. У меня, конечно, осталось куча вопросов, но это все потом. Нам главное сейчас здесь все закончить, чтобы я была абсолютно свободна, как ветер, и полностью в твоем распоряжении. Ну, тогда вперед. Самое главное, чтобы ты со мной в Москву вернулась. Да. А где наш подозреваемый? Не волнуйся. Сейчас я потороплю конвойных, его приведут. Добавь немножко третью дорожку. Расширим его эмоциональное восприятие. Сереж, а почему ты так разволновался? Музыку узнал, да? Мы улучшили частоту инфразвука. Наслаждайся, Сереж. Поняла, с кем связалась? Да один звонок. От вас, от всех, мокрого места не останется. Еще громче сделай. Вы мне его не угробите своим концертом? Нет. Не переживайте, Степан Ильич. Я здесь для того, чтобы обеспечить первую помощь при необходимости. А ты не ищи телефон, Сереж. Я у тебя его забрала еще при нашей жаркой встрече. Зачем ты девочек убил? Вас всех посадят за пытки и издевательства. Ты что, забыла, какие у меня связи?
Тебе никакие связи уже не помогут, Сережа. Ты будешь очень долго сидеть в тюрьме. И за то, что меня пытался свести с ума со своим будильником. А самое главное, за убийство ни в чем не повинных девушек. А это все из-за тебя. Ты же возомнила себя великим психотерапевтом. А я разбил все это в пух и прах. Эти девицы, они всего лишь расходный материал. Какой-то простой инфразвук заставил их спрыгнуть с крыши. И все! Весь твой пятимесячный труд разом псу под хвост. И кто после этого? Гений? А кто ничтожество? Мне вот интересно, он тяжело болен или просто сволочь? Болен он или нет, решит экспертиза или суд. Что-то я, ребятки, сильно сомневаюсь. Я тут полазила немного. У него такие кураторы, отползет не заморавшись. Одно радует, сняли этот бесконечный ужас вины с Сандры. Рано голову повесили, дорогие мои. Мы еще повоюем. Макар, пошли. Ни один суд в мире не примет признание под пытками. Гражданин Орехов, вы задерживаетесь за преднамеренное доведение до самоубийства Ольги Полуэктовой, Инны Колесовой и Вероники Гордеевской. Я их не знаю. Вы применили запрещенные меры воздействия. Да, я не понимаю, о чем вы вообще. Мы просто включили тихую лирическую музыку для упрощения допроса. На видео ее вообще не слышно. Видео? Ну да. А куда мы должны были записать ваше признание? Макар, уводи гражданина. Да, понял. Встретим. Да. Звали? Проходи, садись. Разговор есть. Что не так? Не так с Ореховым твоим. Права была Зара, у него очень высокие покровители. Только что из Москвы звонили. Сейчас приедут за ним. Мы должны его передать смежникам для дальнейшего расследования. Не нашего уровня птица, понимаешь ты? Но главное, Саша, никому ни слова. Улыбаться и молчать, значит? Чего? Ты о чем? До встречи в кафе. Вы себе просто не представляете. Я вам всем так благодарна, мам Зина. Все-все-все. Спасибо вам огромное. Вы для меня столько всего сделали. Сашок, твоя торжественная речь лишает нас аппетита. Мам Зин. Саша, это мы все тебе должны сказать огромное спасибо. А мы с Никитой особенно. Сейчас, тихо-тихо. Алло, рыбка моя. А я как раз вот работу заканчиваю. А? Сашок, не хочешь заняться еще одним клиентом? Надо спасать женское население Калинова. А я на твоем месте бы знал, Григорьевна, не спешил бы с предложением. Ты знаешь, что твоя подруга-то еще до дела кадров так не дошла, а? Так, Александра. Выношу тебе предпоследнее китайское предупреждение. Степан Ильич, миленький, клянусь, завтра. Честное слово.
Ты только меня на завтра не откладывай. А то так волну, что на завтра не доживу. Александра, я вообще-то готовил торжественную речь. Подожди. Слова обычно все портят. Ну, хорошо. Скажи мне, ты согласна? Я согласна. Прощай, Саша, и будь счастлив.